I'm Todd Grisham, and we're going old school tonight here inside the Grand Theater. Мы встретимся с Даниэлем Джейкобсом против Роя Джонса. Рой Джонс, матч у Джейер. Here comes the miracle man himself, Daniel Данилка Джейкобс. Вот он, чувак, крутой чувак. Но Рой Джонс младший, конечно же. Очень серьезный парень нам попался. Но начнем потихонечку. Посмотрим. Мы знаем Рой, у него очень быстрые удары по корпусишке. Поэтому нам стоит быть предельно осторожным. Хорошо. Загнали мы потихонечку. Не спешим. Главное, не спеши. Хорошо работаем. Не спешим, Дэнни. Не получилось, не фертануло. Хорошо тоже зашло. Держимся, стамина нет. Да, тяжело было завалить. Да. Это было что-то с чем. Продолжаем. Охота идет на людей. Ты представляешь? And they're down. Еле-еле. Душа в теле. Я чуть не взмыл тут вообще. Это страшно. И с каким напряжением я ушел добивать это просто караул. Это было страшнейшее. Насувал он нам, конечно, жестко. Держимся подальше от него. Да, опасно. Ну да, такая война просто не страшнейшая. Нельзя. Рой Джонс, нельзя с ним биться. Рубиться с ним опасно.
That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very, very surprised. Уже без головы остались, без карпучишки, точнее, наверное. That's not gonna happen. He's got a hustle. He's got a block. Опасно, восстановись, давай, Дэнни, Дэнни. Как он быстро восстанавливает. Толком не могу его. Никуда не проходит удар. Сколько бы раз его мог завалить уже, да? Это напряжно. Фу. Что-то давно у меня таких напряжений не было, ребят. Я даже просто молчал, потому что разговаривать тут не могу вообще. Это Рой Джонс, Джейр. Тяжело. Аккуратно, рука. Ух, залетело, просто сильно залетело нашему бойцу. Мимо, много мажем. Let your hands go a little bit. It's okay to be aggressive now. A massive upset this would be. Печень только печень, потому что голову нельзя пробить. У него голова как кадушка вообще. Не кадушка, как она назвать лучше. Это чугун, просто стучишь по чугунке. Никак не пробивается, но голова просто. Просто чугунок. Упал бабки на лобок и шпарил их в трусах. Держим дистанцию. Нельзя, Роечка. Если он начнет по корпусу нам бить, это будет убийство. Хорошо. Traffic with just 10 seconds to go in the round. Это просто махал его, это страшнейший. Наш Денчик. Ага, хорошо. Упадаем немножечко. По репке. Наконец-то репу его пробил. Ребята, ну это чугун, просто голова чугун. Ее ничем не берет. Он закрывается, он думал, им сейчас будет по печени. Он решил закрыть печенку, и я им просто прямой в голову, ребят, прямой в нос, просто. Рой Джонсика, Джейерочка, погнали к нему.
Some fighters, when this happens, this can be heartbreaking. Хорошо. Хорош. С левой усиленной боковушечной. Урончик просто лег, ребят. Он просто страшно лег. Это просто страшнейшее. Избиение Роя Джонса на этот раз оказалось просто страшным. Ребят, это потом страшнейшее. Но у него, согласитесь, у него голова просто чудом. Просто чудом, ребят. Сколько его выносил, сколько выносил, это просто. Просто превосходно. Превосходно, ребят. Превосходно было. Был Рой Джонс. Просто погиб. Погиб просто на ринге, ребят. Его отнесли потом, наверное. Это было страшнейшее. Фу, ну очень плотная драчка была, ребята. Мне было очень сложно. Очень тяжело.